Решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя антиазербайджанские заявления главы МВД Франции в Комитете нацсобрания этой страны. Обвиняя Азербайджан в якобы поддержке сепаратизма в отношении Новой Каледонии, министр внутренних дел Франции забывает, что именно французская сторона на протяжении долгих лет предпринимала шаги по поддержке агрессивного сепаратизма в Азербайджане и регулярно принимала представителей так называемого сепаратистского режима во Франции на высоком уровне, сказал Айхан Гаджизаде. Он также отметил, что французский парламент по инициативе правящей партии страны принимал решения и резолюции, которые ставили под сомнение и наносили ущерб территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, признавали сепаратистский режим, а также давали возможность деятельности группы дружбы с бывшим так называемым сепаратистским режимом. Крайне неприемлемо намеренное использование представителем французского правительства оскорбительных заявлений в адрес конституционного государственного устройства Азербайджана, которые не вписываются ни в какие этические рамки с точки зрения межгосударственных отношений, сказал Гаджизаде. Пресс-секретарь МИД Азербайджана призвал официальный Париж не вмешиваться во внутренние дела Баку. «Мы еще раз призываем прекратить необоснованные претензии к нашей стране. Еще раз заявляем, что наша страна будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», подчеркнул Айхан Гаджизаде.